Сегодня 3 декабря, день неизвестного солдата. Мы хотим почтить память многих неизвестных героев, имена которых мы устанавливаем сейчас, проводится большая работа. Этих неизвестных героев, которые воевали на территории Бельгии. Как они попали сюда самыми разными путями, в основном это люди активные, сбежавшие из концентрационных лагерей, из немецкого плена и пожелавшие продолжить борьбу вместе с бойцами бельгийского сопротивления. Здесь очень много этих могил, много этих людей сложили свои головы за то, чтобы на земле был мир, за свободу, за освобождение Европы от нацизма. И сегодня очень важно, что память о них не только не угасает, а наоборот, мы стараемся делать все для того, чтобы узнать, кто были эти люди, увековечить их памятники, их память, возможно, каким-то образом увековечить память всех российских солдат, советских солдат и офицеров, которые воевали во Вторую мировую войну в Бельгию, потому что это наша общая память, и это очень важно для россиян и как живущих здесь соотечественников, так и тех, кто живет в России. У них у всех, конечно же, остались семьи, которые будут очень заинтересованы в том, чтобы эти люди были узнаны, наконец, и названы. Поэтому мы благодарим их за тот подвиг, который они совершили, за их упорство, за их стойкость, за их мужество, за их героизм. И им вот эти многочисленные могилы неизвестных русских солдат здесь, в цитадели Льежа, это один из важнейших памятников Второй мировой войны на территории Бельгии. Спасибо вам и покойтесь миром. Мы будем помнить о вас всегда.